Всем привет, ребята! Вас приветствует шахматный дуэт из шахматного Феникса. И сегодня мы комментируем интереснейший турнир на Chess.com'е. И здесь очень яркий состав, ребята. Ну, конечно же, топ-1 это Хикару Накамура. Собственно, вы все знаете этого гроссмейстера. Главный фаворит турнира. Лекси Секси это у нас кто? Джабаус. Это главный игрок радостных шахмат. Да, это один из наших участников нашей группы, ярый радостник Джабава. Леон Бест, это ваш, ну-ка, выговори его имя, пожалуйста. Максим ваш хелограф. Так, дальше какой-то международный мастер. Ты узнаешь? Нас интересует ГМ. Георг Майер, это кто? Гроссмейстер Майер. Лекси, Нуки, это Бакро вроде бы, Сафарли из сборной Азербайджана. Да, ребята. Навроцкий из Израиля. Ребята, и, в общем-то, делегация из Chess.com'а лично написала администрации группы «Шахматный Феникс» и выделили нам одну квоту для участия в этом турнире. И посовещавшись, мы, конечно же, хотели отправить на турнир Павла Николайчука, но... Потом его место занял всеми известный номер, где он? Номер 20 в этом списке, том 20, Звоночес, более известный как Никита Петров. Но вы все знаете этого парня, один из участников администрации группы. Ну, давайте посмотрим информацию. Ну, что ты, Петь, веришь в Никиту? Верю. Должен десятку ходить. Да, вот просто. Верим в десятку. Верим в то, что Никита войдет в десятку. И на самом деле, вот если входит Никита в десятку, то кто-то выигрывает деньги. Тут уже все поставили. Ну вот вы в нашей группе... Да, кстати, надо сказать, что турнир с огромными призовыми первое место зарабатывает $1000. Тысяча баксов, ребят. А с 5 по 10 по 100. Так, ну вот, вы можете. Здесь есть небольшой конкурс у нас, вы можете поучаствовать в нем. Ознакомьтесь. Так уже начинается турнир, давай. Да, все, турнир начинается, и мы. Или он уже начался? Начался, давай. Да. За кем он? Ну, за Никита, конечно. Хикару не играет. Где Никита? Первую игру с Никитой. Первую игру мы наблюдаем за Никитой. Все, поехали. Никита играет с. Ну, международный какой? Мастер. Так, и любимый вариант с C3 этой сицилианской защиты. Да, ну... В общем, тут куча теорий. Вон Никита на 25-м ходу в теории поймал гроссмейстер. Раук моментов на Москву. Дурацкий вариант. Ну, ладно. Ну, мне тоже не нравится, на самом деле. А Хикару почему-то не играет. Ну, да, старая, кстати. Дали может, плюс. Он пропускает тут. Странно. Кстати, давай огласим количество участников. Мы не можем этого сделать. Да, ну на доске... Ну там мог просто. Ну вот как здесь атаковать без белопольника, скажи мне. Да, кстати, но пешки... Кто-то мне говорил то, что как-то здесь можно на Chess.com'е показывать стрелочки. Атаковать без белопольника. Что? Ну действительно, как атаковать без белопольника, скажи мне. Сейчас, кстати, хороший план, конь b5 и очень много проблем. Ну вот взял, поэтому... Еще ферзь на А4 выходит, да, белое преимущество явное. Ферзь А4, ну, знаешь, план ладья Е3. Ладья Е3, ладья G3. Ладья здесь на G3 будет очень хорошо стоять. И, вряд по-моему, здесь. лаг, да? Проблемы со связью. А вот у Никиты их нету. Ферзь F3, решил на королевском. Ферзь F3. Хотя я ферзь B3 пошел. Напали на мат. Приходит ослабляться. Теперь грозит слон H6. Теперь по линии можно, да, слон H6 неприятно. Но правда на слон H6 ладья F7. Так что так не будет Никита ходить. Может быть где-нибудь качество попробовать пожертвовать? Или сдвоится, да. Ладья E3, ладья E1. У нас в любой момент на C3 будет защищено. Ладья E3, хороший ход, мне кажется. Можно H4 начать толкать, в принципе. Ну а да, с другой стороны. Чё контроль 3 плюс 2-то? Да. Ой, очень долго турнир будет длиться. Ну и что? Я думаю, 9 туров, да? Так, я
думаю, мы с тобой осилим. Так, мешаются мне здесь некоторые программы, шумит у меня из-за этого компьютер. Выключаю пока, если вы не против. Так, ну зачем Никита все поменял, я не понимаю. Ну что было делать? Ну вот теперь какая-то... У белых есть перевес объективный, но он не настолько... Вот мне кажется, ферзь c7 Никита хочет. Нет, ладья... Для конкретной слоны ничейные тенденции. Смотри, ладья c1, ферзь c7. Как тебе план? Да, ладью-то нужно. Ферзя на g3, ладью на c1. Ну, по черным полям можно попробовать войти, но... Вот ферзь так... хочет поменяться. Объективно здесь ничья, мне кажется. Ничья будет здесь. Ну не хочется. Ничего. Дебют такой не очень, конечно, было, мне кажется. Вот хочется пойти g5. Почему не ферзь c7? Да, странно. Ферзь c7, вроде бы заехали. Хотя ферзь c7, ферзь d7, там ничего нет. Или может быть вообще ферзь e1. Вот да, теперь ферзь c7. Потеря темпа, странно. Ну, Никите виднее. Не, ну это ничья. Тут, господи, я защищу такой мяч против Накамуры. Ну, я сомневаюсь. А что здесь? Здесь все пешки на белых, и на них напасть даже невозможно. Почему все на белых? Сейчас он поставит А6, Б5. Ну, видишь, играют же пока люди. Ну, чисто формально. Думаю, уже ничего сейчас предложит. Да, ну, Никита, конечно, сыграл интересно. Не слишком по-боевому, да. Наверное, f4 надо. Вот f4 последний шанс, да. Ну да, пешки, кстати, вот на черных h6, f6. Может, это последний шанс? Может быть, где-то свои накатить? Нужно свои накатить, зафиксировать. Хотя у белых пешки на белом. Сейчас h4 бить не обязан же аж. Если побьет, конечно, тогда пешка отваливается. Но это ничья, король не может пойти, потому что он g4 умрет. Да, ну все, это ничья. Давай посмотрим. Ну ладно, подождем. Досмотрим, ничья. Сейчас туда. 50. А. Ну вряд ли. Давай таблицу посмотрим. Никита рубит флаг с добавлением. Все, ничья. Да, здесь все понятно. Повтори. Что, здесь нет повторения? Продолжите уже другого ничего. Так, ну обидно. Давай посмотрим. Вот, Хикару играет. Хикару белыми против мастера Фиде. Из Америки тоже. Да, и по-моему, черных уже тоскливо. Ферзь. Джабал победил. Неудобно, да? Здесь нет такой таблицы. Есть вон таблица. Где? Вот это? Да. Я не могу. Вот результат 1-1. А, ну неудобно в этом фо. А, вот это типа кто первый, да, сейчас? Накамура, кстати. Непонятная позиция. Почему не можешь съесть? А, там совсем отваливается. Вот как ты позицию оценишь? Я думаю, Хикару перекатает. Нет, ну по позиции как-то. Перекатает, это понятно. Ну по времени. Хотя. На F4... А, стоп, я ферзем бы съел. А, кстати, Никита до сих пор шлепает, обращу внимание. Не понимаю, что у них там происходит. Что ребята делают вообще? Давай еще посмотрим, кто там играет. Коваленко сыграл? Так, давай Хикаром посмотрим. Так, ну Нака очень изобретательный шахматист. Ну, просто съедает все пешки, мне кажется. Вася хочет к нам подключиться. Давай. Подключаем Васю? Конечно. Ну, сейчас подключим Васю. Еще один комментатор. Василий Буришин. Я первый турнир. Петя залагал сразу же. Как только добавили Васю, все накрылось медным тазом. Петя здесь вообще? Ой-ой-ой. Какие-то технические неполадки. Я думаю, ребята, вернуться в строй. Может быть, это у меня вообще? Ой-ой-ой, ребята. Нажмем пока мы на паузу.
Да, ребята, мы продолжаем. Небольшие у нас технические проблемы. Ну и Хикару тем временем выиграл свою партию. Так. Это где такой? Показывай мне. Таблица. Кто из них? Ноки. Смотрим. Смотрим мы. Ноки. Там уже какие-то упрощения было много, естественно. Но он играет черными и... Ну, кстати, все равно интересно будет. Ну, я думаю, ничья здесь будет. В смысле ничья? Произойдет матч? Белый. И? Что-то. Да, люди... Ого, гроссмейстер. А, нет. Мастер Фиде зевает мат, да? Да. Комментарии, да? В чате. Лол. Так, ну и последняя партия, да, осталась у нас? Угу. Здесь люди шлёп, наверное, нет? Мы играем 10 стартов. Из Венгрии. Кто-то здесь предложил ничью. Ничья отклонена. Так, ну Никита набрал пол очка, и это, ну знаешь, достойно. Ну, может быть... Кстати, может быть, это тактика такая. Чего? Может, тише едет, дальше будет. Да, 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 согласен. Чтобы его не убили сразу. Ну, ничья же здесь битая, нет? Черный на победу борется? Не знаю. Ну, как-то конь... Ну, потому что конь боится как-то. Знаешь, любой момент конь может встать вот сюда, да, на g5, и все закончится. Ну, кто это? А почему не на e6-то? Фаворит, да. Кто фаворит? Черный. А кто это? Это какой-то уникальский гречмейстер, по-моему, что. Ну, какой уникальный, почему не дать? Ну вот, пожалуйста, исполнено. Теперь король пошел в тени пешки. А никак он к ним не идет. А через c5? Все. А, вот напряжение игра. Да, пешки, ну, и смотри, в любой момент, как бы, черные скидывают коня на g6. Да, ну это ничья, все равно успевает пешки теперь. Ну, нужно скинуть. Пора скинуть. Да? Да, я думаю, да. Да, скинули, отъели на 6. И вот такой получил. Ой, не хочет. Почему не взял-то? Технично. А в чем техника заключалась? Ну пора, b5, b4. А смотри, b5, слон b5, все, ничья. Да. Король успеет на 2 и все закончится. Поэтому h5 хочется. Да, да. Да, ну это жесть. Интересно, можно проиграть? Можно шмат заменить. Ну вот смотри, сейчас h6. g5. Ну, b5, вот видишь? Король b6, вот. h6. Не, ну черный выиграет, странно. Все, он b5 всегда. Вальник. Да он успеет в любой момент. Кто это играет? Что это такое? Это национальный мастер? Да. Откуда он? Из Израиля. Ну, надо b5 пойти. Ой, b4. Странное занятие. Так, второй тур еще у нас не начался. Да, давай нажмем на паузу. Ну хотя здесь все уже битое. Да, не нужно здесь ничего. Не нужно было нажимать на паузу. Только на Камуру уже баллы. Да, нужно смотреть лидеров. Итак, через сколько второй тур? Ой, у меня опять что-то все зависло. А, вот второй тур. Ну кого? Никиту? Никита. Ищем Никиту. У него пол очка, да? Угу. Вот он, звонок в чес. Много ничего еще. 3 плюс 2, конечно. Да, много ничей, согласен. Так, как перевернуть доску здесь? Я 4, ты 5. А? Шестков пишет 2 этих самых. Скорочки. Доску перевернуть. А, вот перевернуть доску. А смотри, кстати, оп. Ну, и у Никиты на расстановках коня d7, потом рокировка, потом d5 или d5. А смотрите, какие что прикол есть. Бам. 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 Ой. Да, вроде Никита не боевой репертуар, можно самой пару занять просто. Да, несколько. Против него играет кандидат в мастера спорта, как я понял. КМС. Что это за титул такой? У меня тоже такой есть.
А, причем, смотри, у него место, да, международное, то есть гражданин мира. Гражданин мира. Ну и задумались белые. Ну, можешь включить параллельную вкладку, давай, вон там, Хикару или Джабава. Джабава, да, Где можно Джабава? такое? Вот, Лексис. Лексис Экси. Так. А, ну вот это та игра, кстати, Грищук, Джабава. Он хочет, чтобы G6 пошли черным, хотя ему поставили. Лексис Экси. F3 и Каспаров, но только не настоящий. Ну понятно. А может быть настоящий? А нет, из Из Польши. Польши. Из Польши. Я задумался на минутку. Так. Ну здесь скука. Давай Никиту, давай за Никиту, погуляем. Опа. Так, стоп, у Никиты там что-то Никита. интересное, да, было? Да. Что-то здесь у меня Что-то подвисло. лагает. У тебя лагает. Да нет, это сайт, сам сайт лагает, потому что сегодня очень много там людей. Блин. Так, ну вот здесь вот все понятно. Давай вот уберем. Кого уберем? Давай Хикару уберем пока. Мы за ними успеем понаблюдать. Нужно болеть за Никиту. Кого-то. Так, на это мы уберем. Лекси Секси. Интересный ник. Так, ну и почему-то не можем мы с тобой посмотреть Никиту. А нет, вот можем. Только здесь все Да. зависло. Обновить может? Ну, давай обновим. Конь так интересно там был. Как Ну, это? вот сейчас Никите нужно набирать очки. Согласен? Да, уже пора. Так, перевернуть доску. Вот, два коня у Никиты живы, то есть какой-то был баг. Время идет, все отлично. Ну что, белые хотят пойти по 4, а черные Е5. Вот, смотри, сначала F5, F5, видимо, будет. G5 странно вообще. Может, не хочет, не знаю, что он там хочет. Может быть такой план? Не хочет пешку двигаться на E5. Прикольно играть со стрелочками. Да. Ну, основные планы давай нарисуем. Кажется, 7. Никита не торопится вообще. А куда? У него очень мало времени, кстати. Может, с интернета просто? Да, может быть. Хотя вот пишет, что безупречная связь. Да, может, улица просто. Ну вот Е5, Е5 надо быстрее черным захватывать. У них же такой перевес пространственный. Ну Сейчас вот. тут берут B4 и все. Белые уже провели Нормально. B4. Ой-ой-ой, Никита решил подрушить структурку. Ну, два слона теперь. Ну и что, это преимущество в данной партии? Ну, да, почему нет? Стоп, а вот как играть. А. Ладья опять. Ладья опять. Да. Перевод ладьи тонкий по пятой. Нет, просто оставаемся. По материалу, что у нас здесь вышло? Пешка на Б6 осталась. Да, пешка на без, ну, Ладья. слабость. Почему-то Никита очень медленно ходит. Уже 54 секунды. Ну что, верим в нашего парня? Или нет? Ну так, пока таблицу откроем. Еще никто не выиграл. Ничего записали, Артурчик. Артурчик. Кстати, в первом туре эти ребята выиграли. Ой, ладья. Никита связь просто. Так, а что такое ладья b7? Ну просто. А, висела пешка. Любой ваш спорт сделал. У меня связь висит, да. Никита в этом турнире. Думаешь, Вчера. связь? Ну, показала бы, что связь не отличная. Ну, какой еще без него? Он уже говорил, что не понравился. Ой, тактика. Тактика. Не знаю, моментально ходить. Так, Никита без пешки, да, у нас? Да, куда конем отходим? Ну, наверное, на e5. Нет, конем с B6. А, коню с b6. А обратно? Ну, побили ферзь 5. Ну, это хорошо. Ну, висит ладья. А Никита в чем тоже. план Никиты сейчас? Не может попасться, но конь может зависеть. Ну вот, пожалуйста. Ну,
Надо 5, да? Нет, но F8. Возможно. Слон F8, да, интересный ход. Так, ну Никита, как ты уже знаешь, начинает поддавливать, и человек задумался. Да, вот тут важно. Важно, что есть такое добавление. Кстати, пока А с выиграл добавлением даже не знаю, что. Андрей Островский, международный мастер, 2 очка. Я такое даже не слышал. Ой-ой-ой. Размен. Какой размен? Это качество, Никита. А, нет, просто размен. Смена забирает с первого. Да, все, отъели пешку. Конь E5 снялась. Конь E5. Сейчас опять разноцветное основание. Да что ж такое? Ну, мне кажется, выиграет. Если сейчас он побьет, он убьет, слава богу. Должен, Никита. Это что не прописал на F7. Так, Блин. побили. Да господи, опять ничья. Стоп, нет никаких ударов. Нормальный парень пришел, он ничего не играет. Опять ничейка здесь, да, видимо? Ну а что, ну... Ну вряд ли выиграет. У черных вообще пешки подальше продвинуты. Вон 8 ближе. Это преимущество. Да ну, какое преимущество? Ничего здесь не делаешь. Потом я перенес, поверишь. Да, ребята из нашей группы. Поддерживаю Никиту, но он сегодня решил сделать 9 ничей с разделенным фонарем. 4,5, между прочим. Все, опять. Блин, ну как можно так на радость играть? Был такой хороший шанс идти на королевском фланге атаковать. Это же принцип. Почему король e5? Ну, f5, конечно же. Ой, король f5. Там сейчас маты ему не дадут. Да нет, ну всегда на E5 можно идти. Может быть, g4. H5? h5, думаешь? Ну, вот слабая пешка здесь. Ну так Но, да, но... нападай на нее. Но до нее никто, да, не докопается никогда в жизни. Да, вот не дает сыграть. А, g4 все равно. Стоп, ну и что? Ты Просто хочешь здесь сказать? банан большая в том, что поле E3 держит. А, у тебя Ой-ой-ой. просто. Ну это выиграно. Ну да, нет. А, ничья. Все, это ничья. Потому что Да. поле. Обидно. Ну, Да. берет Никита еще полочка, но мы пока смотрим. Хикару смотрим? Или Секси Лекси. Секси. А, это. Нет, Джабала. просто был. Как ты прошлый? Ну ладно. Ну давай, Лекси. Лекси Секси. Слушай, ну тут очень много фигурок и поддерживает напряжение. Да, тут ничьи тоже не было. Запахло жареным здесь. А почему королем-то? Потому что на c4 бежит. А. Шахом, не потом еще. Молодец. Так, пешка не удержится, это, да? Сейчас скажешь, что получше. Хотя посмотри, как ладья там на f7 стоит. Ну, печально стоит. Все забирает на c4. Пеши больше. Одну. Вот. Слона не хочется менять, конечно. Ферзем взял. Да, пешка F Пеш, берет. пешка D. Надо пешка Да, D бить. когда мы... А, да, на f4. Хотя... Вот он сейчас открыл дорогу ладье, а там держалась на Может, f4. f5 хочет? Блин, джабал. Ну, не. На e6. Да, посыпался Каспаров. Или нет? Ладья f3. Опа. Ой-ой-ой-ой. А вот он. Нельзя бить пешкой. Вот он, яркий тактик. Да, вот он джабал интересно смотреть. Чувствует так, чувствует, да, вещи? Может, это была и бессмысленная тактика, но... Она была. Хотя на g6 взял. Ну, видимо, такой наш, когда король прикалывается. Ой, держи. И король не идет, видишь, на f6. Грамотно. Да, Никита пока не радует нас своими радостными способностями. Давай еще кому-то посмотрим. Ну да, здесь, я думаю, легко выиграть, да? Да. Так, давай посмотрим Хикару. А, нет, Хикару закончил, по-моему. Давай посмотрим. Да, Хикару выиграл.
А кавалерия тоже давайте будет. А вот осталось три партии. Ну да. Ну кого будем смотреть? Ну некого. Алекс Донченко. Давай посмотрим, как Джабала Будем докатывает. брать. Посмотрим на реализацию. Грамотно держит ладью, чтобы поставить ее на d4 в любой момент. Вот. Да. Ну, просто ладья c4. Ладья c4 же. c7. Сдался. Ну, логично. Так, ну, что у нас там под партиям? Все партии закончились, видимо. Все, третий тур. Опять ищем Никиту. Давай сделай это, замену через тур. Меня надо лишь. Зачем? Ты уходишь? Да. Зачем? Нужно. Хорошо. Ищем Никиту, ищем кого? Одно очко. Стоп, а где? Партии, ну было Вот, там. звонок час. Так, против мастера Фиде из... Откуда? Из Ирана. Опа, конь e4. Что это? Это французская такая странная? Нет, ну обычно, стандартная. Вот конь e4, я думаю, Никита хорошо там теорию, он будет готов к этому кривому ходу. Ну, по-моему, соперник играет откровенно. А что, хороший план? b5, слон b3, слон b7. Вот, препятствие b5. Так, в очередной раз начал шуметь у меня компьютер. Нет. Так, что это за ход без d5? Может быть d6? Не бьет, не шесть. Это мало-мало боев. Бьет на 6, лишняя пешка 5. Да, опять эндшпиль. И там где-то еще e7 будет грозить. Ой, смотри, e3 будет грозить. e3 угроза очень серьезная. Стоп. Стоп, она... Слышь, ты слышишь? А, e3 слон аж... А. Или я далеко не три? Может быть, слон e3 надо? Зачем отдавать? А Нет. как? А как? Не, ну просто f3, а пешка потом сыграется на три. Ну вот слон f4. Не боится f3 Никита? А 3 0 что? На 3-0, пошли на игру. На Ну, 3-0 давай попробуй сделать. Да, сейчас, блин. Сейчас приду. Да иди, так, у Пети там небольшие проблемы. Ну, отстал Никита в развитии. Как развивать теперь? Ну, пешка есть, да, есть динамика. Как коня развивать? Наверное, c3 надо уже ходить, нет? смотри, конь b3. Что? Вот А. приходит дальше тухлый, с лишним пешком, не очень весело. А кто это написал? Бенедикт Холмс, широко здесь. Так. Я не знаю, кто такой Бенедикт Холмс. Ну, видно, Холмс сразу вышел. Наличие широкого. Да, давай посмотрим, кто это такой. Как посмотреть? Написал мне, вот не нажать на него. Бенедикт Холмс это... Я не знаю, кто это такой. Давай посмотрим. Да, согласен. Ну а как развиваться? По-моему, белку задница. Ну, да, попили. Надо бить коня. Есть гениальный план Е6. И потом слон Д4, слон Д4 и Е7 вилка. Так. Надо вот. Слон Ж4. Да, хочет он с конь Е2. Да, Да. ну очень тухло. По-моему, очень тухло. Ну не, ну если пешку держит. А как? Она не держится. Сейчас лишнюю пешку делаю, сейчас все разобьется. Что это такое? Понял, что нет? Пешку кто-то дает. Вот это ели. b4. Так. Ой-ой-ой, опа. Не без фигуры ли? А похоже на то.
Слушай, красиво. Нормально. По-моему, вот здесь. По-моему, я не вижу способа сохранить фигуру. Не, ну. Ой-ой-ой. Слон Д1, нет? Да, слон D1. Что мешает пойти слон D1? Слон Д1, Ну. слон Д4, слон Д4. Не вижу ничего. Да, Дама и слон Д4. по-моему, пора сдаваться. Да, все, победа. С3 потом Да, подкрепили. C3, но C5, конечно. С3, слон Стоп, стоп, Д3. стоп, вот здесь на первом. А, ну C3, C3, да. Он держит. C3 и все. Слон на диагонали 2 живости. Главное, что интернет не вылетит. Ой, стоп, а зачем это? Почему не C3? Попаднее. Не знаю. С лишней фигурой можно играть как душе угодно. Да знаешь, не развитый все равно. А не надо. Давай поддержим Артема Капустина. Плюс. А. Кто гроссмейстер Коновец? Интересно, кто это? Три из трех. Три из Можно трех. посмотреть. Может, кто-то известный? Так, слон. А, слон хочет встать на b4, да, видимо? Ой, на b5. Или бесполезно? Да, Так, неважно вот. уже. Поменяли. Ну, поменялись. Можно не меняться. Зачем? Ну как-то пешки такие будут некомфортно. Ну вот, накидывают угрозы постоянно. Да нет ученых компенсации. Фигура лишняя за пешку. Ну, можно. Ну, когда у тебя лишняя фигура, надо играть активно. Ну нужно, но Никита пока не играет активно. Что-то считает Надо по-любому. идти в динамику. Вот что это за ход? Король Вот у меня b2. конь g5 сидит, слон c4, а потом конь Конь e6. g5 побили. Слон g5. А, А, побили на e3. Ну да. да. Хотя там шах можно дать. На c4. Во, Так, конь f4, конь yes. f4, да, пошла. Теперь грозит конь g6. Конь g6, все, неприятный Конь угроза. h5 грозит еще. Ну, конь h5, да, конь h5, конь g6. Вот взять d5 может. Ну вот, пожалуйста, можно взять, отъесть на h6. Ну, та заходит ладья. Ну, в принципе, она сошла и ушла. И флаг самое главное не уронить. Да нет, Ну вот, скучно. покрепче, покрепче. Скучно такое смотреть, часто. Нужно, мне кажется, уже побить. Лекси... Джабал Коваленко, нажимай. Где? Вот, лекси сессии Коваленко. Коваленко 14 мили лицо. А, ну здесь. Вот, смотрите, заруба. Ну, Король белую. у белых. Убью черный. Гран, стоп, 2 минуты у Джабавы и 5 секунд у Коваленко. Смотри, защитились от. Ой-ой-ой, Ну, тактика. слава богу. Шах, промежуток, защитились. F5, Ну, конь ладно, F3, меняем. конь F6, ну конь F6, да. Конь F6. Да, все понятно. Или король F7. Да все, белые победили, Все. успокойся. А, она король F7, просто F5. Все. Теперь здесь мощнейший конь у Никиты. Хикару тоже играет еще с гроссмейстером. Шито. Шито. Тоже не Так стал вот. против 577. Так, нужно Никите усиливать, усиливать давление постоянно. Палачев с бакро. Так, ну а как? Короля нужно вести куда-то. Ой, на ладью напали. Ну, это, конечно, не зевнет Никита. Вот так вот, c4. Ну, блин, такую позицию, все уже, победа. Ну, понятно, нужно болеть до конца просто. Да. Ну все, слона поставь на b5, все. Партия закончится. Шах. Сейчас мат, нужно искать мат. Конь d5. Ладья e5. Ладья f8. Ну, ладья f8. Не Ладья хочет. f8 интересно с идеей. Ой, а конь-то. Пешка, а шах. Слон. Нужно печь подумать. Сдались черные. Нет. Медленно соображаю. Все, шах на e6. Ну все просто, да, на c6 ладьей отскочить и все. На e6 ладью забрали.
Ну так мы ее тоже забрали. Так, кладя за три вообще. Ну ладно. Ребята не соображают, ничего страшного. Слава богу, комментаторы По нет. в порядке. Да. Зачем это катать? Вот объясни, тут лишнее. Не знаю, мат все. Все, отлично. Поздравляем Никиту. Да, наконец-то он связь ему не помешала играть. Мастер. Фигня. Странно. Ну молодец. Два из трех. Ну два из трех нормально, согласись. Давай табличку откроем. Ну, У вот нас так. три из трех. У Конвейс, Лексис Секси. А А там же сколько ты поздравил смотрю? Лаки Тигр, это кто? Это я забыл его смотреть. Ну не особо сильно. Конвейс мне интересует. Американец. Хотя рейтинг не американец не нужен. С этим парнем все понятно. Так. Ну, представь, А где Нака? жалко, Коваленко проиграл, я на него рассчитывал. А Хикару ничейку, кстати, сыграл, смотри. Да. Ну, сильный гроссмейстер. Нажми, кто это? Чита, 89. Сейчас, секундочку. 2593. Приличный рейтинг сейчас Конор. Кто у нас француз? Хорватии. Шарич, это Шарич, может, нет? Может быть. Из Хорватии. Кто-то еще играет? Кого посмотрим? Вот. Лаки Тигра. Гроссмейстер. Вот эту битву гроссмейстеров. Ну, две битвы. Любую выбираю. Я хочу счастливчика посмотреть. Да. Тут Эндшпиль. Из Украины такого. Где-то Решетков. Нет. К сожалению. На Украине не только Решетков. Ну ничья битая. У черных как бы есть пешка на b7, пешка на g, две проходные морские штаны получится. Ну вот можно толкать пешку. А почему, собственно, не вернуть? Прошла на выдка. Yes. Думаешь, прошла? Прошла, все, победа. Прождала. А, штаны. Белые тоже штаны. Сдались. Ну, g, что выбираем. Карсон. А нет, Карсон победил. Султанов Кингс. Кто это? Ну это не... Ну это же не Магнус. Карсон. Магнус. А, нет. Это тренер Магнуса. Камер. Это тренер Магнуса? Ничего себе. Конечно. Так, ну мы ждем. Так, три тура растянулось на 40 минут. Через 12 минут Лига Чемпионов. Через 7. А мы шахматы смотрим. Давай после этого. Окей. А потом, после еще трех туров, ты будешь это комментировать. Я тебя знаю. Да. Так, ищем Никиту. Все. А, есть да, Никита 2, нормально. Можно бороться. Yes, давай, с кем? Да, 2, все, отлично, побежали. Против Бакс Банни. Это мастер, нормально. Так, что это за дебют? Это дебют. Волжский хотел сыграть Никита. 35. Нет, C40. А, да, Волжский, но отказан. Да, к сожалению. Да, сейчас приду, секунду. Давай пока Васю добавим. На замену. Добавляем Васю. У Никиты отказ. Это Бакс Банни завис. Привет. Ты видишь экран? Да, вижу. А чего так долго? Мы... В общем, по три тура мы договорились. Очень долго идет турнир. Три тура комментируем мы с Петей, три мы с тобой. И ты с этим... С Петей. Кто тут не выиграет потом? Ну, я знаю, там кто-то уже писал, как его, Никита, что какие-то проблемы, 100 рублей ушло. Да, походу, на Камура сейчас идет хорошо, да? Да, на Камура... Два с половиной. Да, три, Джабава, три. А, кстати... Ты видишь экран? Да. Ваш Хелограф 3 идет. Я выключил случайно Никиту. Ну, вообще, ваш Хелограф довольно-таки сильный прицел, если честно. Правда, он сейчас не в форме, поэтому, может быть... Вот Игорь Коваленко проиграл Джабаве. Я думаю, ему хватает турнира в Луцке, так что в плане
Ты видишь экран, Вась? А он победил там, да? А? Так, что у Никиты случилось? Ой, а, вот так. Пока хорошо, ну смотри, две слабости. C3 и А2. Во всех четырех партиях возьму друзей. Объективно говоря, у белых, ну, стабильный перевес за счет двух слонов, то есть, но если сейчас черные успеют по линию, ну, линию D занять, а по ретторжении нету, то есть поле для 7. Ну, черные структуры получше. Ну да, но должен как бы уравнять, и далее уже, конечно, идет на O, ну, как бы, должен перевесить. Здесь разница, по-любому. Нет, два слона должны давать плюсик какой-то. Да нет, плюсик тут черный здесь, по-любому. Ну, да, слабая структура, король дед на F7. Ну, ясно. Он хочет слон B3, наверное, ну, да. Вот все, и к деду. Пришлось менять, пацаны. Он не будет бить на B3, он ладья D8 играет, ладья H на D8. Или конь. Разноцветные слоны, это любимые Никитин. Третий ничья с разноцветными слонами. Не, ну подожди еще. Тут еще вагон игры. Не, он ставит себе лошадку, которая будет как бы посильнее, чем слон на F4, наверное, Е, возможно. B5 как бы сейчас играть, B5. Ладья c6 я бы пошел. Ладья c6 ты бы пошел? Да, надо заводить. Надо просто за линию D, понимаете, если сейчас мы сыграем какой-то шаблонный ход, там, то просто слон e6 и далее ладья h на d1 и получается линия D белый. Ну и что, ну поставил ладью на d7, дальше что? Вроде бы как-то ничего, но все-таки она единственная открытая, поэтому... Ну, мы же за это время походим b5, конь c4, ладья d3. Ладья аж не целуюсь. Да нет, порядок у черных, потому что времени как бы он, как вижу, минута лишняя, даже больше, поэтому порядок, я думаю. Ну, потому что Никита связь там. Кстати, слон вот черных ничего не делает. Слон F4, да, пока как бы никакой. Я раздумывал над ходом на G5, но на самом деле оно ни к чему, потому что слон ничего. Ну вот ладья C6, молодец, Никита. Можно H5, надвигать пешки, знаешь, что ли? Молодец, C6, молодец, Никита, пошел как петь. Все, вот, вот наш план. Ребята, вот наш план. Конечно. Как? Мы играем там, где король. Видим короля, идем туда. Да, вот, все, просто как у... А конь на А5 просто будет стоять. Наверное, если на какой-то ладья А4, он просто Б6 пойдет и порядок. Так, что это? Вилка. Ну, ладья Б6, наверное, там будет ладья Б4, так что... Не все так просто. Стоп, на ладья b6, слон d6, слон d4. Зачем? И мы на c4 врываемся. Конем. Просто ладья c5. Все, смотри, на ладья b4 побили и конем на c4 ворвались. А дальше? Пути-то нету, дальше. Как-то. Не, смотри, съедаем на b4, потом съедаем на d5. Пешка на d5 слабая. Ну вот видишь, все правильно, и конь c4. А на ладья b6, конь c4. Чтобы съесть конем. Полный порядок. Вообще конь c4 есть еще. Да нет, все равно, тут непонятная позиция сейчас. Сейчас же c3 пешка, получается, обрела для себя друга, поэтому... То есть... Да нет, как... Не, сейчас друга ты можешь отнять, в любой момент побить на b5. А, что это? Конь c4 будет, да, завязь какой. Вот, конь c4. Хорошо, хорошо. Нет, нету плюса у черных, к сожалению. Как бы не хотелось, то есть да, лучше, нет. Еще один шаг. Есть плюс во времени 35 секунд. Ну это да. Я думаю, что стоит все-таки катать. Плюс он должен давить там. Ну а все, бьем на b4, конь c4, b5. Ну что? Что на плюс? Ну, туго. Нам нужно как-то вот к эту пешку отъесть. Съезд на b4, спорим съезд. Да не, он по-любому будет играть, я говорю, там, ну, есть вот. Пункт, а он должен играть на победу. Вот. Все. Теперь вот наш план. B5. Но почему не B5? Потому что он хочет выиграть просто пешка D5. Если пешка теряется, то конечно. Опа. Ой-ой-ой. Неприятно, неприятно, неприятно. Если сейчас слон B6 и при сдвоенных пешках можно еще и хуже получить. А знаете, какой вывод из этого? То, что нельзя блиц назад открыть. Ну B5 стоило, конечно. Только вперед. Только да, эффективно, конечно, ну, равенство, но сейчас психологически сложно, потому что Никита долгое время думал, что играть на победу пошел, а сейчас получил все-таки похуже, то есть именно структура и все это. Была справка. Смотри, 13 секунд, 11 секунд. Сейчас начнется белых шлеп-шлеп.
Ой-ой-ой, Ну, тут лак какой-то. подельник это тонкое дело. Черный 7, ну, то есть, ну, я думаю, черный не рискует. А, брата, а, ладья e6 будет, Рискует. Как играть? Ладья 8, ладья e6, ладья 6, b5, хуже. Знаешь, как я сидел? Ладья d8 с идеей на ладья e6 Есть пойти чуть ладья поздно. d6. Есть чуть поздно, потому что король белых активнее, это однозначно. Да. Это Поле 100%. d6 нужно для короля. Ну как бы не то, что поздно, но понимаешь, черные все-таки страшные эти в этот ладья пешки. Ой-ой-ой, что это? Это мой собака. Нет, я про вот это. А, Никита А. просто отъедает. Я просто маленький щенок, он как бы тут воюет немного. Ладья c4. Ой, ладья c6. Сейчас, наверное, Никита себя там картает, думает, ё-моё, конь f5, конь c4, почему я ничего не фиксировал? Ладья d6 нужно играть, бить нельзя, потому что король d3 сдался. Ладья d6. Что? Да, все, сейчас. Сейчас, играю. Есть столько, но, наверное, столько не будет. G5 нужно играть. Да. Сейчас в запасе ход H6, но он не сильно как бы вроде бы и нужен пока. Любой пешечник, конечно, просто безнадежный. Возможно, она переходит, но я думаю, что H4, да, будет пробовать. Правда, на H4, H6 и другие. Ну, флаг-то можно? Да это вряд ли. Да. Главное Ой, не что это? блефовать. Ну, решил усложнить немного, на B4 подвисает. Ладья F4, да. Привязался. Пешку. Ладья F2 не будет бить, конечно, он по четвертой будет гулять. Ничья. Я думаю, что Никита доволен, если ничья, потому что я думаю, что ему психологически было просто не, ну, вообще жесть после сон, да не сон. Ну знаешь, три ничьи, не три поражения. Король d6, король d6. Король А, d6. нельзя, А, не потому что честь. А нельзя, почему это не честь? нельзя. А, вот что. Ты правильно, ладья d6 сильно. Не, ну все, стой, стой, стал крепость. Крепость убрал. Хотя можно, ну, время мало. Смотри, Можно король кстати. e6 отдает. Король e6 надо бить. Так нет, он Все, там стоит. побил. А, теперь да. Стоп, Да, король h4 пошел. Нормально, нормально. здесь на победу можно покатать. На b6 же все умирает. Нет, ну играть на победу только белый ладья. Нет, стоп, что он сделал? Что за дерьмо? Да как так? Слушай, ну это, по-моему, скруче, нет? Да ну, ребят, блин. Блин, ну ты же 35 секунд, господи. Ничего не понятно. Да. Стоял, стоял, что это? А, кто там? Накамура окуклился там вообще, где он? На кому? Давайте 4 посмотрим. очка у Вашиэла Грава, 4 у Джабала. Вот, Гикару играет. Посмотрим на хваленного представителя Накамуры. Давайте перевернем доску. Да, Никита обидно, конечно, проиграл. Никита у Накамуры получше. Ну, я бы не сказал. А в чем лучше-то? Белые сидят, смотри, ну как Никита, это сделать? я идиот, зачем на победу играл? Конь c4, господи. Так. Лишняя пешка никому. Ну, слон e4 надо играть, значит, А надо. кто знает, кто такой мега ромпа, Ну, из да? Аргентины какой-то. Ты знаешь Аргентину? 20%, вошли по нему покровные. Можно нажать на Сейчас слон f5, ладья d3. А, ну это не дает. Стоп, ничья вторая, что ли? Не-не, никто не будет ничьи. Ну, это Не, нереально. можно зайти ладья h8, ладья h2. Ага. Ну да, ладья h2 чуть неприятно очень. Ладья h1, но там проигрывает. А, и там уже можно слона поменять. И все, слона поменяли, и за пешкой g3 зашли. Ну да. Слон f6. А, Не, я ну мог... да, Да, я мог так, я... нашел выигрыш. Король e5. Кто там еще играет? Да никто из сильных. Никто. Табличка, табличка. Табличку, сейчас дам табличку. Смотри,
ЕСПП все-таки не так все просто. Она стоит в ЕСПП. 3,5 большой группы. Не просто выиграть черный все-таки, я думаю. А, слон на 4, слон b3 он ищет. Да, на кому в порядке. Слон на 4, слон b3, конечно, такой ресурс. Ну, все равно слон на b1 даже. На слон b3 вынужден играть. Ой-ой-ой. А, ну все, слон на b3, я понял. Техника, что скажешь? Вообще, без шансов. Ну, слон на 5, как-то не туда, да, будет. Затем нет. У него тупо секунды было там немножко, у него сейчас добавило 12 секунд на Гамура. Слушай, ну, блин, ну очень изобретательный шахматист, согласен? Ну да. Прям очень изобретательный. Ладно, давайте я вас покину, потом приду. Ты придешь потом? Да. Все, давай. Наконец-то не будет ничего гудеть. Вообще, последние записи очень... Ну, опасные, между прочим, из-за звука 10-ходовки, там что-то гудит очень сильно. Да, 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 мы починили. А в кого эта проблема? Это у меня. Ага. Так, ну что у нас? Нам нужно в этот турнир. Так, ну где у нас партия? Одна осталась партия. В принципе, еще 5 туров. Важно, чтобы сейчас Никита немножко не расстрелялся, скажем так, потому что проиграл Вину. Он сам говорит, я в шоке, типа, играл на победу, где не нужно было играть на победу, скажем так. Ну, тут, конечно, белых тотальная. Не знаю. Даже вот сложно представить, что такая позиция может получиться, согласись? Ну да, но видишь, даже в классике, вот буквально сейчас там Машарский, что он катался этим, вот дело играл. Как такое реально вообще, да? 4 пешки, ладья за 3 фигуры. Ну, представляешь, флажок здесь люди уронили. Так. Не, ну тут видно, видишь, 230 пунктов разницы, что-то не так, а там тебе HM это что? Это ГМ, это не ГМ, что такое HM? Не знаю. Интересно, ну ладно. Мне кажется, какой-то федеральный мастер, может. Не знаю. Так, пятый тур, сколько у Никиты? 2 очка, да? Да, нужно, вот сейчас нужно выиграть, согласись. Я думаю, нужно, и не то, что нужно, я думаю, что это реально. После поражения нужно опуститься вниз немного. А это фаш, что ты пишешь, да, на бандикран? Да, да, вот видишь запись. А, понял, да, да. Так, ну Никита уже здесь. Успел. Секундочку. Ну вот такая получилась французская, смотри. Это шоу у нас. Вова, Вася. H5. Американец играет против Никиты. Ой, F6 это слон D3. Да, теперь вот есть такая забавная ловушка. После большого количества разменов на D4 слон H7. Ну наконец-то Никита заиграл в радостном стиле. Типичный диалог во французской. Слушай, ну здесь все проиграно, да? Да, здесь нет. Ферзь H5. Ну, просто конец, ну. Получается, что второй G6 нужно играть. Не, ну это просто G6, там тычок и все. И будет мат, наверное, путем ладья H8, ферзь H5, ферзь H7. G6. Да, ладья H8. Ладья H8, король F7. G6, нет, здесь G6 нужно играть. Да, G6. Здесь G5, там от перестановки ходов. Не, G6, G6. А, там будет ладья F5, подожди. Вот F4 ты имел, или вот... Ферзь H5, я думал, он сыграет ферзь H5. Ферзь H5 вроде как бы сразу не упускает, потому что... Смотри, у... Ну, ладья F5 будет, на любой ход сейчас ладья F5. Тут еще не все так просто, как бы. Да, получается, да, как-то что-то не то вообще. Ну, почему-то очень сложно, да, получается. Вот если король вот дойдет до пункта D8, можно нажать на кнопку сдастся. Ну конечно, тогда же если на E8 попадет, уже будет проблема. Как-то приходится... Не, сложно, понимаешь, сейчас никакой левый ход нельзя делать. Нужно играть на D5, черным, ну, сложно защищаться. В принципе, блин, всегда сложно защищаться.
КНЖ5 было так накинуто. Да, полная система КНЖ5. Если был без фигурки, еще ладно. Смотри еще на... Просто все, ну, белое вот здесь. Ладья F5. Никита здесь что-то насчитал. G6 будет скидывать. Теперь G8. Он заманивает его туда, потому что иначе просто G4. А, или сразу F5, да. Сразу F5, я просто хотел подготовить. G4, F5, сейчас E6. А, нет, вот так вот. Почему не E6? Стоп, да, Е6. Почему не Е6? А, он заблокировал, сейчас мага здесь F5. Он, ну, заблокировал на F5. Ого. Ой, смотри. Только ладья F6 нужно играть. А, не помогает, теперь F5 матка нет. Смотри, люди массивно покинули чат. А, вот еще. Проблема. Надо, нельзя бить коня на F5. А, вот так, смотри. Слушай, ну это какая-то бессмертная получается. Это просто бессмертная партия. Просто вот так вот. Хорошая очень партия. Надо ее сохранить. Просто давай напишем, что людям ВКонтакте. Нет, что... Это просто, идея очень классная. Ладья А6. Я не уверен, потому что он сразу увидел ладья А6, но теперь зашло, все-таки Е6 это, конечно, слабо. А вот... Давай напишем. Просто браво, Никита. Ну, артист, согласен? Не, хорошо, очень хорошо было. У меня просто капс зажат, мне лениво. Да наоборот, это более так. Как правильно пишется бессмертная? С двумя S? Я с Украины, как бы думаю, да. Да просто отличное. Заменили. Нет, я на самом деле... Нет, ну, артист, просто артист Никита. Ну да, партия сильная, конечно. И идея, конечно, ладья А6 очень сильная. Так, давай вот посчитаем материал. Ты видишь материал? Ну, получается, мы без много материала, скажем так. Нет, я имею в виду у черных и у белых. Ладья... Короче, просто получается лишний слон, конь и ладья. Просто артист. Люди даже... Так, ну кого? Давай, может быть, паузу? Я думаю, паузу сделать. Ну, какой? Я могу комментировать. Я просто уже 57 минут говорю. Надо паузу. Давай. Да, мы вернемся, как только начнется 6-й тур. Так, ну мы возвращаемся. Тут у нас была долгая ничья. Иранец возил америкоса. Не отвозил в итоге. Так, ну что... Блин, я думаю, Никита сейчас на моральном подъеме. Так, ну... Здесь пики очень неплохо, поэтому сейчас ожидаем. Конечно, если сейчас выиграет четвертую, то есть имеет 8-4-6, то, конечно, полезет на самый верх там. Там уже будет тяжело. Да, там будет примерно сложновато. А здесь, в принципе, я думаю, еще ему по силам полз. Стоп. А, я не на того нажал. О, боже. Так, ну мы смотрим. Никита пока 26-й. Ну, нормально. А сколько же вообще взятым? Много чего, это очень много. Слушай, ну у него сейчас американец 1700. Ну, это явно что-то не порядок. А, волжский, вот. Слушай, ну здесь Никита же все знает. Все, F3 очень странный ход, я не понимаю, что выход F3. Ну, то есть, ну, понятно, если какая-то структура зимится, или как она может, но... Вроде бы так не играет, но на волжский, я сомневаюсь. То есть, наверное, E6... Здесь стандартный D6, надо пойти черным, но я думаю, что черный сейчас пойдет E6, я думаю. Потому что F3 это очень странно. Стоп, E6, D6 допустить? Может быть, и дуб да. E6... Сейчас E6 нельзя играть, потому что C5 висело, но я в общем говорю, потому что мне очень не нравится ход F3 заделать. Там место коню, я думаю. Гамбитов в Сызрани, Артем Капустин пишет. Так, ну... Не знаю, может пора уже забрать на B5 там. Ну вот, E6, да. Потом, ну я не знаю, так вроде бы не играли, но это при коне на F3. А здесь, получается, вроде бы у нас пешка на D6 слабая, но то, что вся мебель у белых стоит на королевском фланге, я думаю, что нужно какую-то активность в центре проявлять. Ну что и делать, Никита, в принципе. Ну, конфигурация, не знаю, полная или нет, потому что, в принципе, я лично не чувствую, как бы гамбит волжский, но...
возможно, но я думаю, что Никиту очень сильно радует то, что подменил 1900. Но, правда, непонятно, может он свежий, скажем так. Кстати, сейчас у белых две лишних пешки. C5 нужно играть, может быть, более энергично, короче. Но там на C5 нужно считать, там D5, но я думаю, он D5 сможет. Так, у Никиты связь. Да, бывает у него такая проблема. Швейцария. Если делать D5, либо, ну, как вы видите, ну, играть энергично, потому что, говорю, сейчас если слон C5 нам на руку, в принципе, ладья E8, потому что по линии я очень большое столкновение фигур, а если белые сыграют E5, то тогда, ну, E2 вообще мне не нравится, потому что конь D5, просто черный, все в порядке, ну, полный порядок. Ну да, здесь согласен. Только самое главное, не ферзей не поменять. Без ферзей? Ну я, естественно, не понимаю, но, наверное, это возможно, потому что висит на b2, и он будет играть по линии Е. То есть фигурная игра есть, а в принципе крест — это единственная фигура, которая активна в лагере белых. Поэтому так вот, так играть можно, но я могу еще слон d5. А, на слон d5 было бы неприятно, но ладья d1, поэтому слон d5 не было хода. Стоп, а сейчас ты как играть? Ладья e8. Ничего не угрожает. Ну, мы все начали без двух пешек, но они как бы подвисают, и все-таки у белых серьезный дискомфорт. Сейчас конь d7, и там, ну, сейчас белым хочется пойти королю f2, но, ну, вроде бы не очень можно, там конь d7 с темпом, и далее чернопола, куда-то там слон h6 и слон e3, вообще можно там долепить мат какой-то. Слушай, ну Никита начал играть, так скажем, поинтенсивнее, поинтереснее, порадостнее. Это придает оптимизма на самом деле. Ой-ой-ой-ой, 3. Слон a2 нужно играть, я думаю. Ну да, это обязательный ход. Не то чтобы, просто нужно убрать фигуру с футбола, скажем так. Да, и пригодится пешка, и плюс пригодится то, что поле b1 отобрали у короля. Сейчас по линии c может быть какая-то интересная игра. Единственное, что сейчас, наверное, самое сильное задело в b6. Конь b3, в принципе, я туда и хочу. Да. Я туда не хочу. Сейчас забрал на b5 и на 1 подвисает. Я думаю, что белые, конь c3 вообще не туда. Надо было играть b6, потому что очень серьезная проблема, как бы поставила бы эта пешка дискомфорт и линия А только на руку черную. Ну, сейчас нужно скидывать качество, наверное, он думает над ходом BA. Если BA сыграет, будет без качества отправить. Или надо b6 сейчас думаю делать, потому что... Стоп, на BA, вот b6. Нужно скидывать, потому что ладья 1 очень неприятно, там конец был, понимаешь? Наверное, надо брать, да? Он а стоп. Он хочет пить, понимаешь, он на b3 очень хороший. Он заберет на d1 и сыграет конь d7. Или он считает слон c3 в промежутке. Стоп, тут же мат должен склеиться. Ну, я пока не вижу. Ну, как-то вот надо в пункт b1. b1 надо. Ой-ой-ой. b7 слабый ход, потому что отрывается. Что такое? Так, все хорошо. b7 слабый ход, потому что отрывается пешка. Вот слон А, слон А6 будет, он на А, ну а я B8, слон А6. Не всегда просто. Да, и связь у Никиты наладила, самое главное. У тебя B8, слон А6, и на слон D1, ладья D1. У белых полный порядок, потому что пешка на B7 дает полную компенсацию. Два слона, сейчас B4. Ну короче, я, если честно, я думаю, что белый перевес. Так. На b7 хочет. Ладья d7 нужно заезжать, наверное. А, конь b3, где там нужно, мата вроде бы нету. Ну, ладья d7 будет заезжать. Ну, или отыграет качество, все-таки, да. Ну, вот здесь лишняя пешка. С приятным катанием, то есть. Плюс по времени маленький, то есть слон b4. Слон h6, наверное. Там не, нельзя оставлять слона b4, да, ну, так. Потому что слон d4 будет на королевской диагонали, то есть это будет просто без шансов для черного. Я не уверен, то есть с этого хода мне не нравится этот ход. Ну, может быть, его можно когда-нибудь будет вернуть. Слон d4 сильнее, чем слон на h6. Сейчас конь h6 вообще смертельно. И защиты от конь h6 в принципе нету. f5 какой-то. Ну, тут уже знаешь такое, ну вот, слон c3. Конь b3 хороший ход. Так, на f8 надо. На f8? Ой-ой-ой. Нет, сколько, порядок все.
Конь G4. Слон G7. Или конь D4 там еще есть. Все нормально, но вот просто что, понимаешь, теперь пешка, то на B2 лишняя. Скок, на отскок мы просто возьмем слона. Да. Стоп, а конь C5? Слон G7 нужно играть, слон G7. Нужно себя обезопасить от этой ерунды. Да, слон G7. Ну, надо хотя бы полочка сейчас зацепить в этой партии. Вот это единственная надежда, потому что, в принципе, стоят плохо. Конь C5 надо. Да. Видит Никита. Ну, конь C5, конь E6, чтобы не пустить ладью на 7-е. Конь B3. Не, конь E6, конь E6 нужно играть. Ладья E7 было очень неприятно. Ну, сейчас пробовать как-то разгрузиться, но как разгрузиться от коня на F6, как короля освободить, вообще не понимаю. Наверное, белые просто могут накинуть, там B4 пускать, там B6 до конца, а ладья черных просто прикована к 8-му ряду, потому что... Ой-ой-ой. Ага, пивочек. Приятно. Что, выиграно у черных? Думаешь, выиграно это? Да, выиграно, отвечаю. Ну, я бы не сказал, здесь тяжело еще, здесь покатать придется. Ну, может быть, нелегко, да, из-за того, что у нас все-таки король далеко, может быть, мне сложнее остановить пешку Б, но, объективно говоря, вот, в принципе, но там, да. Стоп, а почему у него не ходит, Никита? У него сломил лак, я думаю, и тут нету лака. Время закончилось. А тут нету лака? Все, конечно, да, 1-0. Да, жаль. Очень жаль. Да, пол очка Никита потерял. Заслуженных. Да, это... Грёбаный инет, то есть его интернет. Да, ужас. Так, ну... Кто у нас? Хикару проиграл. Тем временем. Да, вот это... Вот это победа, конечно. Сейчас 3 из 6, и нужно за... 3 тура набирать 3 победы, да, видимо? Ну, получается, да. Да, ну, тогда опять жмем на паузу. Так, ну мы продолжаем. Начался 7-й тур. И Никита, ищем Никиту. С 3 очками, он уже какой-то 50-й здесь. Где же он? Так, ну пора. Так, черными. Вторая партия подряд черными Никиты. Ну что у нас здесь? Примерно то, что... Стоп. Ладья B2. Да нет, ладья B2. Перед B2 ничего нет. Слон. А, да. Так можно играть, да. E4 это нам на руку, слон E6. Я все какие-то жертвы считаю. Нет, ладья B2. Слон E6 нужно играть. А, слон E4 он смотрит. Слон E4, ферзь E4, ладья B2. Но там ферзь C6, так что там... Я как тебе сказать, я не уверен, что на это нужно идти. Я думаю, что черные отойдут слон Е6. Все будет нормально. Что у нас по материалу? Там на c6 падает шахом, но белые просто слон Е2 отошли, и король F1 на шах, то есть на c3. То есть там черные ничего не получали. А здесь черных просто хуже, потому что структура хуже, и черные без пешки. Но два слона дают шанс на какую-то игру, если, конечно, не отдать пункт d5 белым, то есть... Не, пешку можно отыграть всегда прям, очень быстро. Вот сейчас, допустим, взять на c3, взять на a2. Ну так нет, так никто не делает. Нет, ну понятно, что никто не отдаст своего слона. Стоп. А, да, красиво. Красиво перекрыл. Нет ухода ни ферзь c5, ни ферзь b6. Ничего нет, нужно играть выжидательный ход, вот я не знаю. c5 тоже нельзя играть, то есть на c5 хочется, но c5 нельзя играть, потому что... b4. ...поле d5, понимаешь? А на конь c3, конь d5 это очень сильная угроза, а на конь c3, слон c3 никто играть не будет, потому что это просто будет, как бы, ну, хуже без пешки, ну, как бы. Слон... Он сейчас раздумывал, у него просится ход c5, а так играть нельзя просто. Ну, стратегически это будет плохо. Да, это поэтому просто решил сдвоиться. Он просто выжил
простая игра, Б3 поставил, и сейчас... Зато смотри, какой чернопол. Чернопол активный. Ну да, сейчас надо осторожно, потому что ладья Д2 не проходит из-за слона Ф2. Ладья Д3 проходит. Ф5 можно пробовать играть. Подрывать все это, да? Всю эту чушь. Ну, дело в том, что бить на Ф5 нельзя из-за слона. Да. Ну, и, в принципе, на руку с третьей позиции, вроде бы, это два слона, конь на А4, вроде бы, немножко на отшибе. И Б5 поставил угрозу сыграть впереди, ну, Фе, но пока он воздерживается от ослабления короля. Так, пешку отобрали. Ну, то есть это очень хорошо. Тут уже черные просто претендуют на хороший перевес. Ну, грозит также... Что грозит? Пока ничего, на Б3 все держится. То есть, я думал, слон М2, слон М2, на Б3 все держится. Конь на А4 не удел, получается, сейчас конь С3, наверное, будет играть. А, конь С3 может быть и нет, потому что она Е2 подвисает. Да, конь С3 нет, походу. Конь С3 просто слон С3. Да, там подвиснет. Можно перебить, но там фейс на c2. Не, можно перебить. Ну, короче, конь c3. Конь c3 ведет к разгрузке вообще масштабной. Нет, нет ухода, потому что, ну, там конец. Нет ухода конь c3. Но там еще на c2 фейс подвисает. А... То есть я в варианте конь c3, слон c3, и на ладья d7 просто фейс c2. Так, а тем временем у нас вот Джабала лидер. Ну, Джабала 6 из 6, ничего себе лидер, блин. Выносит все подряд, скажем так. Да, вот теперь... Кстати, есть идея, смотри, g5. Не-не, вынуждают сыграть... А, ты не знаю, он бить на f6 не может. Потому что на f2 и там на d3. Слон f2, 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 тоже снова f2. Ну да. g3. Ферзь c7. Сейчас я думаю, нужно думать, что нам потому что хочется... Да, ну... Слон f4 хочется укрепить, конечно. Слон h3, возможно, есть ход. И дальше e5, с другой стороны зайти. Там ферзь e4 нужно считать, поэтому да, слон f5 сильнее, слон f5 гораздо сильнее. Ну e5 нужно играть, я думаю. e5, e6, ой, e5, e4. Ну там надо, конечно, лучше сохранить пешку на e5, чтобы слон h4 чувствовал себя комфортно. А далее можно подумать, какой-то атакой на корешном фланге. Но еще без e5 обойтись, просто h4 по-любому будет играть, я думаю. H4 просится. Просится. Ферзь c8 ведь еще такой ход интересный. Идея там, чтобы на h3 как-то закинуть слона. А, вот так. А вот видишь, он хочет на d7 поставить его. Вот, видишь? Да. Но там ладья h1. Да не, ладья h1 поиграть не будет, потому что на d2 будет сильно подвисать, поэтому... Так, ой-ой-ой. Ну просто на e6. e6 с темпом, порядок, все нормально должно быть, наверное. Нет, сначала может быть шах дать. Потом ферзь e6. Да, ладья e6 не так плохо, потому что просто ферзь d4, наверное, пойдет. Вот, видишь, сначала шах. Король h2, понимаешь? Мне кажется, это слабый шах. А, вот так вот, просто решил разгрузиться. Так, там надо считать, было очень сильно, потому что конь c5. Конь c5, ладья d2, конь d7. Проблемы какие-то получаются. Ладья e2 и просто слон e2. И получается, что у нас разбором пешек, а вот черных стартнуло на d3. А, ну на d2, белые вообще получили выигранную позицию. Ну не выигранную, конечно, но... В цейтноте. Да, вот, нет, ладья d2, ладья d2. Серьезное возражение насчет выигранное, я согласен. Ну все, побили на 6. Ну, кстати, нет, здесь черный играет выигрыш, потому что если у нас проходная, ну, он будет катать. Что-то не так случилось, все-таки цепляет, как-то, наверное, может быть... Вот сейчас А4, А4, А4. Вот. Сюда. А4 сейчас, А4 сильнейший, я думаю. Конечно. Ой, не так. Ну так тоже сильно, но А4 нормально, он хочет убрать коня подальше от пешек, это правильно. То есть, вот однозначно будет играть А4. Ну, а или здесь можно забрать А4, потому что она незащищенная. Да, ладья А4 это сильный ход. Слушай, здесь на выигрыш надо играть. Нет, ну все выиграно, все, понятно. Все. Ну, съел. Съел слона. Нет, конь Е7, нет, нельзя. Король F8 нужно играть. Что, параллельно со временем, 7 секунд. И того. Это уже неприятно. Ладья А2, где-то нужно закинуть. Но, правда, проблема в том, что нельзя делать длинные ходы. Поэтому, да.
цена придется. Он хочет откинуться ладьей и где-то забрать фигуру. Ладья D1 уважает. Ладья D1. Ладья D1 просто выиграл. Да, молодец. Все нашел. Все, побил. Ну, это абсолютно выиграно. Ну да, и вроде бы времени порядок 10 секунд. Да. Ладья H5, ладья H4. Самое главное, чтобы интернет, ой, подставился. Может, сейчас вырубить коня просто. Каким способом вот вырубить? Не знаю, уже значит не будет вырубать, будет значит ходить. Да, ладья H6, но ладья H6 была, наверное, более техничная, но, в принципе, не принципиально. Все. Самое главное, чтобы не вырубило интернет. Не, ну уже 20 секунд. Да какая разница, интернет вырубит, партия закончится. Король F5. Ну F5. Сильно нечего здесь комментировать, поэтому король D4, ну король D6 тоже так можно. Завтра тут вроде бы нету, завтра исхода на ческоне. Есть, есть. Блин, я сегодня играл в стиле. Ну там его включать нужно. А, я понял. Постоянно шахи, смотри. Все, F4, F4, F3. F4, да. Зачем вот это играть? Ну все, по 30 секунд порядок. Все. F3, конец. Господи. Непонятно. Тут план. Он хочет F3 со всеми удобствами, понимаешь? Он ожидал, что пока кончик прыгнет на цвет клеточки, на который король, чтобы не было шаха на король E2. Так, ну молодец, Никита. Набрал 4 очко. Так, ну кого мы посмотрим? Надо кого-то... А. Да. Да, но... Джабава 77. Так, ну... Нет, ну еще может... У Хикара 5,5. Так. Никита сейчас будет где-то в тридцатке сильнейших. Пока он 31. Ну слушай, еще 2 возьмет, я думаю, поднимется место в 10. Вот сейчас взять 2. В 10 не поднимется никак. А, ну тут уже у 10 5 и 7. 10 сложно, я думаю. Ливанчев 2-1 по кран. Отлично. Мурата забил. Так, нажмем на паузу. Ждем тур. Да, мы продолжаем. И наконец Никита играет белым цветом. Против него 2524. Франция человечек. Может это даже какой-то, не знаю, там Лоран Персинье, то есть и как его там. Это Тигран Гарамян. Вот он ничего не говорит, по крайней мере, мне. Ну, гроссмейстер из Франции. И у Никиты начались такие. Пора обыгрывать, короче, гроссмейстера, я считаю. Приятный дуэль. Ну вот, он пошел давать мат. Слон Е2 сейчас нужно ходить. Слон Е2 нужно ходить. А, нельзя слон Е2, действительно Е4. Вот Пейзи 3, вот конь Е5 осветился, поэтому нормально. Конь Е4, я думаю. Ну да, конь на 3 неуклюже стоит. Еще есть идея слон Е3, и потом конь Е4, там на Д6 залезть. Но, естественно, все это настолько примитивно, что конь просто Е4 пойдет. Ну, черные имеют хорошие поля для своих фигур. Вроде на c8, коня на g4. Второго коня, не знаю, можно закинуть там на e5 при удобном случае, то есть c6. И уже на минуту меньше. Это неприятно, да. Да, вот это очень неприятно. Белым бы нужно провести e5 как-то, но на данный момент, к сожалению, это невозможно. Хотя можно даже сейчас сказал e5. Конь e4, наверное, приходит. Конь e3, наверное, пойдет. Сейчас Никита, это, в принципе, его стиль. Ну, или слон Е2, идея та же, выкурить коня за 4. Сейчас конь Е3 нужно играть. И на конь Е3, слон Е3, и, возможно, скажем так, все. А, вот так вот, смотри. Конь Е5, просто это G3, ну, все хорошо. Слон Е3. Ну, я думаю, слон Е3 сильнее, все-таки, да. Слон Б4, ладья Д2, ладья Д1, то есть, возможно, можно так пробовать давить. F4, конечно, пока хочется, но так играть, наверное, не нужно, хотя, объективно говоря, где-то, может быть, это и проходит, только немножко... Смотри, есть такой момент, то, что вот, когда вот этот парень куда-нибудь отойдет,
Всегда вот этот удар грозит. Ну, на штат GH-R4, даже сейчас на штат, Qg6-F5. Ну, то есть, с Qg7 пробегает, а Qg7-F5. Но там провисает на E4, поэтому вся вот эта схема не проходит. Вот сейчас здесь зависло. Да, если E4 нужно как-то защищать. Но F3 не хочется играть, согласись. F3 вообще, да, это не туда. Он понял, что играть в свою идею. Ну, F4, вот, жертва. Ну, не жертва, но... А пока нет. Ну надо тогда аж E5. А, ну сейчас нужно играть. Не, подожди, слон G7 и F5. Смотри, слон G7, слон H4. А почему, господи, слон G7? Нет, на пешку на H4 не надо отдавать. А если бы черные забрали сейчас на B4, мы бы забрали CD и потом F5. И забрали бы очень хорошее поле от коня E5. А сейчас, ну все в порядке, то есть черных очень хороший привет. Белый, ну, такой статический ход, не знаю, академический. Стоп, господи. По-моему, слон H4 было. Слон H5 имеется в виду. Да, слон H5, слон же... Слон G6, это игре. А, ну да. Выручало. Шах? Король H1 нужно ходить, правильно? Ну, нужно... Ну да, сначала надо побить на e5. Не, слон h5 для начала. Пока объедают все пешки. Нет, все, пешка b2, и все защищено было на g7, сейчас не приходило. Ну, gf нужно играть. Ну, конечно, gf, освобождать линию. С другой стороны, вторую мы ослабляем, вторую, поэтому немножко сейчас там некомфортно белому прорыву. Смотри, опять 58 секунд и... Ну, ладья же даже, ладья же один. Не, ладья G5, я думаю, он пойдет. Не, не пойдет, он пойдет. Слон E5 хочется, потому что слон уже всем очень сильный. Но если честно, блин, черный будет просто это катать, не выиграть. Спокойно. Че получилось? Лишняя пешка у черных? Да. Как-то незаметно, блин, вроде бы ничего не было, очень лишняя пешка. Ну блин, ладья же один, ну нужны же угрозы какие-то. Да нельзя отдавать линию для, понимаешь? Если ладья же один пойдешь, тогда просто линию для отберут, и, ну, будет неприятно. Но, с другой стороны, так же самое, в принципе, черные имеют пути вторжения, там линию С, там линию Б. Да, так и получается. Пытаюсь напрягать сейчас до F7, пытаюсь прицепиться, там ладья... Ферзь на А2 защищает. Я вижу, ну ладья D5 нужно перекрыть такой, да. А, вот так вот. Да, ну так тут уже очень сложно следить за тем, чтобы не зинуть на E5. На F4 нужно играть. Ну или Таркарта можно. Даже F6 может быть скоро. Ну а A5, наверное, сильнее. Он просто может. Ну сейчас понимаешь, черные, белые просто стоят, как бы они, ну, они нету ходов, на E5 висит, поэтому черные просто задвигают пешку до А2. Ладья А8, да, его место. F6 надо сыграть. F4 ты имеешь сюда? Да, F4. Ну, если на F6, я имею в виду F4. Вот так вот решил Никита скинуть пешку еще одну. Не, ну там нельзя бить там на E5, потому что падает фигура на E5. Ну, после F4. Не, не падает, там, в принципе, перед E5 будет промежуток. Да. А, вот так вот, видишь, вот так. F6, все в порядке. И ладья отрать еще там такой был момент. Да, ну тут без двух. Ну может быть за счет активности. Да, борется, да. Как-то борется, но все-таки пешка А4 очень далеко продвинута, поэтому я думаю, что объективно говоря, еще там несколько там 5-7 энергичных ходов и вся борьба закончена. Ладья А4 нужно играть. Почему ладья А1 не знаю. Ладья А6 хочет просто поставить, но там на F3 с шахом и ладья F8 и с матами. Сейчас ферзь черный на H4 и будет плохо. Ну, по делу переиграли. Ну да, гроссмейстер. Да, но есть шанс Никита взять 5. Ну и что это? Это плюс 1. Если 5 возьмет, это будет плюс 1. Я думаю, что он как бы... Ну, вот я на начале видео говорю, что он будет доволен. Но, если честно, я думаю, что он уже во время турнира чувствовал, что претендует на больше. Ну, ферзь G2. Ладья F8. Да, это мат.
Ну, давай посмотрим лидеров. Есть такие. Да. Есть Джабава. Давай смотрим. Джабава черными. И проигран у него в абсолютно, абсолютно вообще. Против испанца. Пораздаться. Да. Джабава расслабился, почувствовал приплыл бабла и все, расслабон хапанул. Ну, естественно, немного несерьезно играет. О, смотри. Вот так вот. Ну, пора нажать на кнопочку. Уже нажал. Да. Так, ну еще есть партия у нас. Вот этот, это Лашье Ваграф. Вот это Сафарли. Угу. По 6 очков. И тут пацаны борются за хорошие призы. Смотри, можно побить, да. Черный пьяный перевес. Ну, почему? Потому что треска брат будет перевес. А вот почему не так-то? Потому что она никому не сахала. Во-первых, во-вторых, она никому не интересна, потому что треска брат будет перевес, я думаю. Ну, даже сейчас просто Б2. Б2, ладья 1, либо 1, так по-моему. О, чё это? Ой, какой изобретательный, смотри. Ну, а что произойдет? Ну, отвлечение. Не, Б1 здесь можно оставить, то есть я думаю, что она будет правда по небосен, Б7, ладья. Не, ну это такой уже. А, на базе. А, базе там мат грозит. Конечно. Пешка-то на А7. На А7, да, там мат грозит. Так, ну тут надо побить уже. Побить ладьей. Да не, ну конь Б7 просто пошел, и нормально все. У белых просто, ну как бы... Ага, вот видите, там уже 3 подвисало, это так просто. Гроссмейстеры, конечно, выдают. Показывают класс. А вот еще и пешку защитил, смотри. Король же 6, думаю, что нормально все будет. Ладья 1 грозит. Далеко, за пешкой Б не, да, не успевает, ладья 1 сильнейшая угроза. Сейчас надо уйти просто технично куда-то своим слоном. Стоп. А смотри, ферзь-то проходит. Ну там нет, ладья 4 нету, да, просто не проходит. Да, сдался. Ваш ярл Ваграф. Так, ну еще есть вот какие-то два гроссмейстера. Один гроссмейстер. Так, и... Лен, потому что рубается. Но здесь черный будет опять на выигрыш. Очень, наверное, долго и нудно. И по времени у них маленький плюс, поэтому... Т4 нельзя играть, и Б4 вроде не... Ну, то есть Б4 вообще нельзя, а Т4 тоже вроде не... Ну, как-то неуклюже черные расставили пешки, потому что... Сейчас ладья снизу будет шаховать, и очень непросто... Двинуть пешку Б вперед, слон С7, да. Да понятно, король Б4. Ну так вот с темпом. Может сейчас Б4 надвинули, видишь? Да, все нормально. Б3. Б3 даже проходило. Ну что, так что так. С3. Да, оценка он немножко хромает, да, наверное. С этим приколы, да. Даже без короля. Ну и просто слон. Почему не слон D6-то? Ведет короля. Усиливает позицию, скажем так. Но это немножко смешно, потому что, наверное, ну, я просто поставил легко выигранная позиция. Ничего, в принципе, не поменялось. Что так он успевает обходить и забирать тесто, я думаю, без проблем. Да, черные выиграли. Хороший гроссмейстер. Кто это такой, интересно? Непонятно, кто это. Француз. Нюки, Наки. Наки — это моя собака. Так, ну нажмем пока на паузу. Да, но мы вернулись. К сожалению, какие-то проблемы с интернетом. Да, у нас какой-то, не знаю, похоже на этого
вариант Чабани, то есть это было разыграно, даже не знаю, за черных. О, Никита. Ожил, да. Да, ну смотрим Никиту пока, да? Да, конечно. А6, очень странно. 4 хочется так и пойти, в принципе, выбрать. Есть такое, да, он бы 7. Он бы 3, ну... Е5 же пора. Не-не-не, и наоборот. И вот. Я считаю, что это слабый ход, потому что очень сразу... Слон e4 хороший ход, слон e4 сильный ход. E5, мне кажется, рановато почему-то, я не знаю, конечно. Но сейчас, конечно, мне кажется, позиция еще не очень приятная, потому что очень серьезно провисает король в центре. Что я, e6, окей, или куда, даже, ну, не заходить. Это сейчас бить не будешь. Ну да, получается, что e5, мне кажется, даже разорвало площадь, позицию черных. А здесь просто безнадежно, если честно. Да нет, по-моему, еще есть чем побороться. Да нет, сейчас, ну, ЕД нужно играть, потому что, ну, e6 не пойдешь, потому что пешка надо сейчас очень сильно. А вот, смотри какой. Король S1 просто сыграй. Либо e6. Да нет, не он, ДЕ может быть. Не, на e7 не надо бить, потому что на конь e7 будет. Да, просто король H1. Нам нужно, чтобы, ну, вот, хотя бы вот так. А4 сейчас, наверное. Нам надо бить по двум фронтам. Ой, как в землю глядел, как в воду глядел. Ну, то есть, это нормально, потому что если ты создал какую-то слабость, либо что там, если есть где-то перевес, нужно бить другого фронта, то есть, чтобы растянуть силы черных. Опять все сильный ход, я думаю, дальше. Надо зафиксировать пешку b4 на черном поле, и далее пойти слон d2 и забрать ее просто. Если мы сможем забрать на b4, тогда просто у нас будет пешка d6 максимально сильно защищена. Опять, я думаю, однозначно нужно сыграть. Ну... Не знаю, что Никита смущает, но это специфично и, ну, так, сейчас часто так играют. Я думаю, вот его может интернет смущать. Его. Ладья e1 или pz2. pz2 может даже сильнее. Ну, может, ну, как бы это знать. Вот ты видишь, он вызывает f5, хочется сыграть f5 и просто забрать на d6. Это все не проходит, потому что конь g5 и подвисает смертельно на e6. Поэтому сейчас, наверное, черные пойдут h6. Сидеть f5, чтобы снять его конь g5. А просто конь f6 сразу не знаю. Та же самая проблема, на d6 подвисает. Через d3 хотят пойти, как бы, но получается, что... А, конь d4, а, так вообще порядок. Полный. Так, ну на d6 бить нельзя? Красиво. Не, ну черный сдибы-то не вылезет, то есть, ну, и после этого сейчас, ну, как вы говорите, если успеем сейчас слон d2, слон b4. Сейчас грозит размен ферзей, получается. Если идея конь b5, а, конь b5, наверное, не проходит, да, мне идея там, что конь b5... Ой-ой-ой. Ну, действительно, d5, где там, ну, понимаешь, там... И вот то же самое, что я хотел, просто хотел конь b5, где то, что на ферзь d1, конь c7 промежуток. А там будет конь c7, да. Да, я просто так же сам хотел конь b5, но там нельзя из-за ферзь d5. А конь e6 сейчас, ну, f'е нету из-за ферзь d5. А, сейчас конь c7 промежуточек. Ну, как Дина говоря, можно просто сдаться. Там, ну... Конь c7? Ну, вот это один и все, конец. Ну, у нас просто лишние... Две пешки получаются. Да, и конь мощнейший. Да, ладья А4 еще такой гигиенный ход нужно поднять. Ну тут уже качество хотят люди скидывать. Не, ладья А4 сейчас пойдет делать. Это найбор. А, ну или конь А6, я бы хочу забрать пешку Б4, чтобы вторая ладья вас пошла. А тут с темпом, тут с темпом. И А6 просто, да. Да, побежали. Ну 5 из 5. Не будем дальше досматривать Никиту. Да, я думаю, да, можно перейти на... Да, на молодец. Ну, 5 достойно, согласись, достойно. Нормально. Ну, плюс 1, как мы и хотели, скажем так. Ну, здесь отдаленная пешка на c2. Конь сильнее, чем слон, все-таки, я думаю, черный приятный перевес. Хотя, не, подожди, пешка на e5 упала. Это уже нехорошо. Такие открытые позиции, да, у мастеров? Очень открытые, я сказал. Все равно вещь какая-то блокада у черных, то есть хорошо стоит позиция. Вот слон F1 технично. Да, слон F1, да, там грозный ход.
Ничья. Сафари. Сопротивляться не защитил, потому что... Хотя, может быть, она обоим выгодна, но я думаю, что черные будут играть на победу. А мне кажется, белые будут играть на победу. Позиция черных более централизована, то есть конь прыгает, здесь сложно за ним смотреть, поэтому... не стыковка. Здесь, ну, на E2 нужно пробить, наверное, я думаю. И вторую лодю подкатить, там, наверное, на D8. А теперь смотри, черные отклоняют ничью. Черные, да. Ну, даже эта позиция черные будет играть на победу, потому что пешка на одном фланге, конь сильнее, конь маневрирует. Сейчас, ну, если мы найдем какую-то упорную позицию для коня, там, сыграем... Все, расписали. Смотрим таблицу. Может, за боем выгодно, скажем так. Слушай, а может у них здесь Армагеддон еще будет? Я не знаю, сомневаюсь, конечно. Ну а что, пока вот... Давай посмотрим. Может быть, кто-нибудь еще больше наберет. Давай вот этих посмотрим. 8, это у кого 8, если я не понимаю? Да не, это место какое? А, у него 6, это не догоняет, там людей было по 7. По 7,5 даже у кого-то. Если белая приятная игра за счет того, что пешки белые, то есть, хотя, честно говоря, нужно ставить пешки, чтобы слона белопольного закупать, но здесь эти пешки приятные у белых. А где у нас Нака? Ты видишь Наку? Не вижу и не смотрю. Звоночес выиграл. Да, ну это логично, поздравляю. Нормально. Ну как бы не то чтобы успех, но я думаю, что нормально. Ну еще, видишь, та партия подкачала, конечно, когда интернет вылетел. Ага. Там-то была, наверное, можно было на победу поиграть. Когда конь и слон заладил. Хикару 5,5 из 9 закончил. На пол очка всего опередил Никиту. Ну и я считаю. Не пошла, может, не было. Так, здесь люди расписали ничью. Здесь белые выиграли. Ну, досматриваем турнир. Ну, кого смотрим? Вот давай вот этого, Наку. Давай. Он вроде 6-й номер в таблице. Ну... О, у белых перевесище. Да, мощнейший. Пешки, как так можно, блин? Где там пару фигур не хватает, я не знаю. Ой, смотри, как грамотно, технично запер ладью. Все хватает. Или что слона не хватает одного, да? Да. Потому что слона не хватает, но там пешек немедленно, поэтому... Да и ладья на А2 тоже не блещет, скажем так. Просто идет за ладьей. Ой, здорово, а. Просто пешком идет за ладью. Вот. И все заставляет забрать на А4 и отдать пешка А пошла впереди. Слушай, ну гросс это гросс, вообще ничего не скажешь. Ну я F1 пить, или отдать что-нибудь. Ну не успеваю, не успеваю фигуры разгрузиться, я думаю. Ладья B7 еще пойдет сейчас, ладья B7, наверное, да? Ладья B7 сильно. Перетянул? Вообще ладья A8 угроза. Вот, получите. И распишитесь, да? Угу. Ну и нельзя трогать пешки, потому что... Он все, да, додвигает до... Как-то все попропадало. Так. Ой, смотри. Ну что такое-то? Мне кажется, белые где-то продешевели. Там, мне кажется, идея ладья по всем была сильная. Коня повел. Так, что здесь вышло? Здесь не так просто выиграно, если честно. Наверное, все-таки выиграно, но... Я думаю, технические трудности должны быть какие-то у белых. Так, я скажу, забрали это, в принципе, нормально. Это было предсказуемо. Вы понимаете, что далеко задвинуто уже место. И уже не так просто. Слон F2. Слон F2 можно было пройти еще. Почему не слон F2? Слон F2 фигура выиграла. Я не понял, 4, но даже здесь слон F2, ну и конь G2 нормально, конь G2 нормально. И там будет... Так, да, по-моему, ничья. Ну это тоже, да, ничья, пешки же еще и... Не, здесь белые, ну, просто замучают по-другому. Король B3. Ну, пешка-то однозначно сыграет. Цветнот, смотри.
сейчас сказал, и забрал коня по гелям. Вот так. А, вот давай у Никиты возьмем интервью. Давай возьмем. Возьмем интервью Никиты. Ну стоп, все. Никит, ну давай, у нас 2 часа идет запись уже, поделись впечатлениями. Впечатления отличные, но, к сожалению, испорченные моим... Да-да-да, мы уже об этом говорили. Ну, полтора очка железа не добрал еще. Вот только что гроссмейстер 26-36 не выиграл бита выигранной просто пешечный ранч 48 секундами. Мы смотрим это. Наки против 99 шат шмат 2. Да, там все, у всех шок просто в комментариях. Да, Никит, ну давай рассказывай, как игралось. Ну нет, ну так там ты, конечно, партию выдал просто космос во французской. Пара-тройка партий неплохие были. Еще партии 3 были с претензией на неплохие, если бы не интернет. Итак, про твой спор. Кто выиграл, ты или Петя? Петя. К сожалению, Баадур подвел меня в конце. Джабава мог, конечно. Он поделил первое место, но это, я думаю, не считается. Да. Ну вот... Петя получит 150 рублей на телефон, просто очень... Ну, ребята, можете... Нет, ну на самом деле, мы, короче, Никит болели, топили, посмотрели все партии. Я, конечно, французская КЗ-8, это я видел, но дальше я думал, после 5... Е6, да, задвинуть, мы думали. Е6, там не так сильно, потому что там конь Е5, по-моему. Нет, конечно, не так сильно, конечно, но просто это что? Просто я увидел, что ты какие-то проблемы ощутил во время того, как задумался играть Е6 или КЗ-5 сразу после король Ж8. Ну да. Ну Ж6, я еще Ладья Ж8 смотрел. Ладья Ж8, да, Ладья Ж8 понятно. То есть, ну, типичная идея, это, и я видел, что ты думал, что уже победа, а это получилось все сложнее, чем думал. Да. Ферзь H5, я не могу вечный шаг там дать. Ладья H8 я думал, что выигрывает, там же просто король F7. То есть если он бьет ладью туда, Ферзь H5, G6, и мат. Король F7, там ничего нет. Так, ребята, ну давайте представим победителей этого турнира. Могу вам сказать, что принял участие более 100 человек. Очень качественный турнир, сильные люди играли, действительно. А, Никит, какое ты занял итоговое место? Кирилл, я даже не знаю, сколько очков набрал. Ты набрал 5. Он плюс 1, да, 5. Так, ну сейчас мы скажем, какое Никита занял место. 29-е. Блестяще. Ну, 29-е из 100 это. И Вова Михайловский угадал мой финальный результат и получает право сыграть против нас мат на заказ. О, да, это будет серьезно. Так, ну давай объявим победителей. Первое место. А, кто такой Эльтар? Третий это сказ сборной Азербайджана олимпийской. Ну, сильный блицор. Сильный блицор. Второе место у нас занимает. Второе место занимает испанский гроссмейстер Хосе Ибарра, видимо, который, в общем-то, никогда особо... Нигде не выступал, в принципе. Да, он вроде и не лидировал особо, как-то прорывался. Ну и третье место — это маэстро радостных шахмат. Третье место, да, герой. Баадур. Джабава, 77 старты, крайне разочаровывающий меня финиш. Да, всем спасибо. Всем спасибо, ребята, за внимание. Сейчас. Сейчас интернет нормально, вот когда не надо, он работает нормально. Ну что такое?